40 миллионов рублей потратили на ремонт 5-километровой трассы в поселке городского типа Коктебель. Это первый участок, который сдали в эксплуатацию в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие восстановили асфальт и тротуары, нанесли разметки, установили пешеходные переходы. Подрядчик использовал современные технологии покрытия федеральных магистралей. Параллельно мы решили ряд основных таких вопросов, которые важны для Коктебеля. Это мы восстановили все тротуары и дополнительно отсыпали дорогу, подъезд к джазовому фестивалю. На сегодняшний момент все работы завершены, никаких нареканий к качеству нету. Все могут воспользоваться данной дорогой. Гарантия на новое дорожное покрытие 4 года. Также ведутся работы по капитальному ремонту 4 километров трассы Симферополь-Феодосия до села Синекаменка. Уже в ноябре будет готова проезжая часть. Ведется планомерная работа по доведению до нормативного состояния всех межмуниципальных и региональных дорог Республики Крым. Поэтому данный отрезок дорог, он засчитывается в общий показатель, и мы идем к тому, чтобы достичь тех показателей, которые ставят перед нами Российской Федерации. То есть 173 километра в этом году будет ремонтирован.